Кушать подано. Что сегодня на обед? На первое сегодня борщ. На второе у нас пюре картофельное. И не простое картофельное, а с тыквой. Так вкусней, полезней и нарядней. Бывает больше тыквы, тогда вообще картошечка получается янтарная, желтенькая такая. Но как получилось, так получилось. Еще у нас сегодня грибочки. Это у нас подосиновички из банки, солененькие. Но они в блюде не очень соленые. Я их промыла, немножко вымочила. И вот такие у меня подосиновички. Вот такая еда. Тушечки подойдет рыбка. Сейчас у нас скумбрия, приготовленная, маринованная в рассоле. Мы уже попробовали, нам она понравилась по рецепту «Кухня наизнанку». По ее рецепту приготовлена. Получилось вкусно, да и нарядно, съедобно. Вот вечером будет у нас котлетки с картошкой. Омлетик какой-нибудь. А сейчас пока то, что Бог послал. Булочки тоже я испекла сама. Они с начинкой, с грибной картофельной. У нас есть оладушки тыквенные, чай, кофе. Кто что захочет. А турка у меня очень хорошая, красивая. Она закоптилась, а я ее положила в огуречный рассол, и она немножко только потерла мочалочкой, потом вся копоть ушла. Вот такие вот дела. Вот такой у нас интересный процесс. Все, приятного аппетита. Пока. Пока-пока. И до встречи!